Паводок пошел на убыль. Зафиксировано снижение уровня воды в реках. В Оке на 80 сантиметров, в Сосне на 141. Ситуацию обсудили на совещании городские власти. В ходе активной фазы весеннего половодья были потоплены приусадебные участки и 27 придомовых территорий. На месте была организована работа оперативных групп Главного управления МЧС России по Орловской области, оперативная группа администрации города Орла. Сейчас наблюдается снижение уровня воды. Еще одна не менее актуальная тема для всего города – уборка улиц от мусора. В обязательном порядке провести работу незамедлительную с хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями. Значит, активизировать работу АТК в этом направлении. От руководства спецавтобазы власти потребовали предоставить график уборки общественных территорий. В этом году именно это муниципальное предприятие выиграло 8-миллионный контракт на уборку городских парков и скверов. Субботника, напомнили, дожидаться не стоит. Я думаю, что числа до 25-го максимум надо все вычистить. И не ждите субботника. Парки и скверы должны быть убраны, проверим. Муниципальному предприятию было рекомендовано увеличить численность рабочих на ручном труде. По словам руководства, сейчас на них работают 14 человек. Также к уборке общественных территорий было предложено привлекать отбывающих наказания за административные правонарушения. Когда мы сможем привлечь эти рабочие руки на уборку территории города? До конца этой недели вопрос будет решен. То есть, значит, я понимаю, что уже выходные следующие эти люди должны будут выйти. На следующей неделе. Ксения Туркова, Эдуард Черноусков, телеканал «Первый областной».